Ну, я думаю, сейчас хорошо все получилось. Ну, Virtus Pro, вот если бы они еще отжали вот эти два девайса, было бы вообще замечательно. Но они идут, Митя идет, смотрите. Ну и вот нашли Берри, он минуснул Хуча, я думаю, его все-таки Берри, да-да-да, загоняет, минус от Лекса, 5-0, вообще просто жесточенным образом сдают сейчас Виртуса, ну и, в принципе, ребята тоже немного из-за Nexus, не то что рисковали, ну ладно, сейчас играют Эко. ВП, великолепно. Я думаю, все в зале со мной согласны, что, да и не только в зале, наверное, на стриме, что раунды прикольные и играют, на самом деле, великолепно. Джекпот взрывает троих Хуч, минус от Майса, аркада на 0 не получается у команды Anexis. 6-0. Так, Виртуса заставляют Anexis делать плохие вещи. Сейчас посмотрим, что будет после этого раунда. Что было вообще? Вообще, почему такой призыв-то? Сейчас увидим. Ну, жестко. Но, по самом деле, понятно, что тут принципиальная игра. Сейчас команда, которая проиграет, может собирать чемоданы и, кстати, для игроков. И может тусоваться на SteelSeries автопати. Сегодня, через полчаса после окончания всех игр, все игроки, участники турнира, девушки, пресса приглашена. Как мы сказали, будет море пива и еды, поэтому вам стоит остаться. 6-0 за команду Virtus.pro. И ситуация 4 в 4. Вот теперь очень важно, как здесь играет вот этот товарищ Бэк. Но он видит заход, дает инфу, ноги далековато. Он не поможет сейчас ЭВП. Минус Лекс, минус Хуч. Что это было? 2 в 4. Неужели потащили ВП? Минус от Эвила. Минус Бэк. Минус от Нуги. Эвил 1 в 3 остается. Ставит бомбу. Нет, не ставит. Наказал Нуги хедшотом. Какой жесткий Эвил. Неужели возьмет такой раунд? Как будет действовать сейчас Anexis? Но они не идут. Они ждут сейчас, пока Эвил поставит бомбу. Они не будут тоже сейчас врываться в точку. Зато Эвил будет к ним врываться. Минус Зи. Ну, за... я даже не знаю. Ну, что ж такое? Как так... получается, Эвил красиво всех минусовать. Ну и остался Снаппи. Один на один. Остается Эвил. Ну и сейчас мы увидим. Да, минус от Эвила. Это просто муви какой-то. 7-0. Вот теперь понятно. 2 в 4 вытащен раунд команды Virtus.pro. Сложнее ситуации, сложнейшей на Б. И... но опять же я говорил, что-то случилось с Anexis. Но что-то как-то они... вот третий раунд мне не понравился. Сейчас неуверенно. Ну и надо этим пользоваться. Виртусам нужно дожимать просто до конца в свою атаку на Инферно. И спокойно защищаться. Еще 8 раундов до конца первой половины. И тут нужно, опять же, команде Virtus.pro постараться сыграть по максимуму. Но сейчас я уверен, что что-то будут менять Anexis в своей игре. Ну, давайте смотреть. Контролится мидл, контролится банан. А нет, по-моему, АВП. Бэк с флешкой прикрывает Зи. Зи, на самом деле, тоже с флешкой стоит спиной. Уже нет, развернулся. Все-таки его будет прикрывать Бэк. Да, вот этой гранатой. По первой же информации. Ну, посмотрим. Подсадка в дом, Митю подсадили уже. Отфлешит ковры, выйдет Кибакин под эту флеш на ковры. Кибакин занял позицию уже в коврах, чекает угол, все. Шаг за шагом потихонечку занимает свои позиции Virtus.pro и очень стратежно подходит к точке. Нуги без АВП, здесь трое, 2 плюс 3, классический дефенс у Anexis. Минус от Берри, минус от Нуги. Вот сейчас хорошая возможность выиграть раунд. Первый раз они 5 на 3 остаются. В пески падает Кибакин. Минус 1. Мог второго еще зацепить. Минус от Эвила. 2 в 3. Эвил снова включился. Ну, действительно, это зло. Эвил даже. Нуги. Нет, нет. Сейчас не получилось. Ну, Гизи хорошо сейчас закончили раунд. И, в принципе, перестреляли большинством своих оппонентов. 7-1. Первый раунд в защите за Anexis. Но, в принципе, это тоже на самом-то деле хорошо, что они взяли один раунд. Вот если сейчас Virtus.pro их снова перевернут, то Anexis'ам не будет сейчас даваться столько денег. Потому что там уже, когда 5-6 раундов подряд проигрываешь, там плюс фраг, там 3500, там порядка можно и получить по деньгам. И это уже хватает на армор с Фамосом, по крайней мере, и гранатами. Ну, и все-таки, по-моему, взяли этот раунд. Сейчас увидим. Вы, в принципе, наверное, слышите в микрофоне по крикам.
что ребята играют на морали. Смотрите, что делают у нас датчане. Поджимчик, сыграли раунд четвером, один бэк на Б, причем глухо там сидит, не контролит банан. Минус от ноги, минус от снапи. Нет, ну возможно не... Неужели вытащит? Возможно в следующем. Сейчас увидим. Лекс банан, Майс на налеке, Бакин под домом. Знаете, но еще как-то... Как бы есть шансы, да, но нужен фраг Virtus.pro, 5 в 3, это хорошо, но лучше 3 в 4 играть. И вот Лекс под Б, занял позицию, контролит иксовый ящик, там есть... Там есть бэк, ноги под 90 сейчас стоит, вот эта позиция под 90 вот называется, заход он принимает. И минус от Лекса, сбривает первого, минус бэк, закрывают респаунды маме, туда же флешку, вот посрываются игроки саплента, идут сюда на помощь ноги, ноги забирают Кибакина. Должны его минуснуть. Еще фраг от Лекса. 2 в 3. Старик собрался вообще. Лекс 14 на 3 идет. Ух ты, еще одного. Сейчас может минуснуть. Смотрите, Лекс идет дальше агрессивно. 62 хелса остается у Колесникова. Минус Берри. Хедшот ставит. Лекс еще одного забирает дымах. Он уже за третьим. Что происходит? Снапи на банане. Лекс уже контролит банан. Есть инфа, да. Вот теперь точно есть инфа. 20 секунд до взрыва. Хотя нет, таймер взрывается. На самом деле там вот-вот взрывается бомба, таймер нас обманул. Прыжок ХЛТВ нас обманул. Ну ничего страшного. Снапи сейвит девайс. Восьмой раунд для Virtus.pro. 3 в 5. Снова в меньшинстве они вытаскивают раунд. Ну, опять же, вот, наверное, мне не стоит указывать на ошибки Anexis. Да, действительно, они не реализуют свои раунды. И сейчас их жестоко за это наказывают. Но, наверное, им стоило приезжать пораньше. Вот как это сделали Again. И заранее, там, за 2-3 дня тренировались... Привыкали к компьютерам. То же самое, как и сделали Virtus.pro. Они здесь за 5 дней до турнира вместе с командой Moscow Five. ДТС тоже как бы пораньше съехали с своей киевской базы сюда в клуб. Там 2-3 дня здесь привыкали к компьютерам. ...8-1 за Virtus.pro. Тут даже нечего сказать. Смотрите, сейчас по деньгам. 3 Фамоса закупили. Кольт у Снапи. Пока еще мы не знаем, что у Берри. Снова боятся вообще выходить на банан почему-то. Пару раундов буквально сидели в банане и... Ну, я пока не понимаю, что вообще планируют делать Anexis. Снова тот же дефолт. Хуч в доме. Хуч дает флешку на ковры. Ну и, в принципе, потом, да, выходит Кибакин на ковры, занимает позицию. То есть тут дефолт один. Либо нет, Кибакин сам на этот раз без Хуча, без гранат. Вот тут могло стать АВП и могло дать по голове. Поэтому вот все-таки флешку Хуч лучше ему давать. Может быть, она у него осталась одна. Может, ему еще нужно бросать ее на выход центра. Непонятно. 4 аплент, 4 аплент, все, бэк банан. Вот так вот стали сейчас ребятам. Есть пятерки Берри, ноги на малых, Зи в планте, Снапи в коврах. Хуч проходит уже угол, нет, 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 пока что. Лекс банан прочекал, вот сейчас Лекс начинает банан стягивать. Хуча убивает ноги. Так, Берри срывается к бэку, вот я не понимаю. Смотрите, сорвался Берри, сорвался ноги. Вот просто по одному Лексу на Б. Хаешка от Майса в библиотеку, есть минус гранаты. Все, выход на план, Снапи видит, ой, Снапи слепой. Все, запилили его здесь. Plenty Z, минус Evil. Ну, сейчас его щеманут здесь. Нет. Не умеет Virtus.pro так, как это делает. Делают украинские правоохранительные органы. Это из прошлых приключений датчан в Киеве. Я думаю, многие читали эти истории на корреспонденте страшные. Это как раз вот эти ребята. Ну, видите, Е приехали, причем не первый раз, поэтому там тоже, на самом деле, веселая ситуация была. Ну, все, забыли, играем дальше. 8-2 за Virtus.pro. Ну и стоит отметить, наверное, Зи, который включился сейчас, 7-7, 8-9. Ну, конечно, статистика тут удручающая просто у команды изданий. Ну вот 8-9, еще нуги там, как-то так. Это вот просто статистика без бомб. То, что в табе, то с бомбами, это не катит. А вот здесь без бомб лентов 4-8, Берри, 6-8, 3-8, 7-7. А, вот Зи как раз там, единственный, который без плентов. И нуги 8-9. Тот же дефолт у Virtus.pro, подсадка Хуча, Кибакин ковры. Сейчас не будет давать Хуч флешку, Кибакин, наверное, сам пойдет. Сейчас посмотрим, Майс залез уже... Сюда в дом, дал флешку дальнюю. Как-то Снапи не ослепил. Ага, он был в песках, ноги слева. Дал даже минус, снял Эвил. Эвил Лексу хедшот поставил, как?
Как так жестоко Эвил поступил с Рексом. Минус от Зики. Бакин один. Спокойно. Еще один раунд уходит датчанам. Так, ну вот это... Виртусам нужно еще немного вот... подсобраться, да. Потому что, знаете... Так вот раунд за раундом и на 8-7 можно перейти. Лучше брать 10. Ну, конечно, такие мои капитанские фразы, но... Что поделать? Понятно, что Виртусам нужно дожимать до конца. Иначе могут быть проблемы в второй половине. А, здесь уже... Нет, деньги есть. Аркада, Б, да ладно. Ну, здесь уже в упор Зиста. Тут, по-моему, решили очень жестко поступить. Хотя нет, аркада была с одним АКМом. Да, да, здесь только один калаш. Остальные с глоками, походу, эко. И, наверное, Лекс был без армора. Но сейчас посмотрим, что будет у Лекса. Да, 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 покупаются девайсы. 8-4. Ну... В принципе, три раунда еще играть. Вот, конечно, 11-4 устроил бы, наверное, полностью Virtus.pro. Я люблю просто менеджера команды Virtus.pro. Привет тебе, Циклон. Меня аж просто подкинуло в стуле. Ну, смотрим за продолжением. Снаппи и команда из Дании играют по джимке. Бакин ковры законтролит или нет? Да, вот к нему гости. Как-то не повезло просто. Вроде бы и на прицел сам Берри выскочил. Минус от ноги. Кто у нас там на трусах? Эвил засел. В меньшинстве остается Virtus.pro. Поджим сработал. И назад. Назад уходит Анексис. Занимают позиции глубоко из точек. Так, Митя идет на ковры. Дает ему дым. Там был Берри. Берри решил не перестреливаться. Уходит вместе с Зи прямо в точку. Они там даже подсадку уже мутят. Да, уже подсадили Зи, и он будет с ящиков смотреть и ковры, и 7. Ну, посмотрим. Либо будет пропускать. Да, ковры он даже не будет смотреть. Нет? Оп. Да, его Берри прикрывает здесь из песков. Ну и минус от ноги на 5. Хуч пытался выйти 5 сплитом, пытались выйти на Б, но не повезло. Опять же, в меньшинстве пришлось рисковать Мити. Не повезло, и уже один Эвил против четверых. Ну что, будет еще один мувик от Эвила. Ловит он Бека. Просто вот нам пытается на удачу в дым туда прострелить в респаун. Не попал особо. Зи 48, Берри 46. Минус Нуги. Так, неужели... Неужели мувики продолжаются от Эвила в этом матче? Берри и Зи остаются вдвоем. И бомба стоит. Пошел таймер. Еще в дым. Какой жесткий Эвил сегодня. Что он делает вообще? Просто мувимейкер главный сегодняшнего дня. Еще раунд 1-4. И жесть какая-то. Жесткий сегодня Эвил. Действительно злой. Зло, это зло. 9-4. 9-4. Знаете, у Эвил 11 фрагов, и 8 из них, походу, он сделал в этих раундах 1-4, 1-4. Он играет только по-крупному. Ну, все правильно. Так, что у датчан вообще? Деньги еще есть. Как ни странно. Оружие находится в их руках. Снаппи, ковры, 2Б, Нуги на 5. Довольно пассивно сейчас будут играть. Вот сейчас Кибайкин уже будет очень хорошо следить за коврами. Он не будет отвлекаться. Ну, смотрим, Митю будет подкидывать. Тоже аккуратно проверили поджим. Митя чекает дом. Лекс в это время напрягает банан. Ну, и Зи думает, что их разводят. Потому что Лекс очень долго нашивал. Банан, нет, Зи просто отошел хелповать аплан четвертым на А. Вот так вот даже. Ну, интересно. Вообще, вот я ненавижу вот такой вот способ защиты, когда у диффенса ноль информации. Они не знают, что происходит на банане. Они не контролируют карту. Вот сейчас атака контролирует карту. Центр смотрится только Нуги из 5 СВП. Вот видите? Ну, не знаю. Это развод хороший. Смотрите, смотрите. Уже идет Б. Читает это здесь. Быстренько стягивается. Пошла аркада на Бэка. И так, 4 в 2. Заход Virtus.pro. Большинством на двоих. Хорошо принимают. Да-да-да, вот теперь действительно хорошо. Только Эвил сделал минус. И дальше его забрали. Нуги в дым минусует. Хуча остался 1-4. И опять же в дым с АВП получает. 9-5 последний раунд первой половины. И сейчас посмотрим, чем все это дело закончится. Есть респаун снова хороший у Virtus.pro. Четверых игроков. Митя на дальнем. И по деньгам все плохо. Правда, мы видим, да, здесь 5 диглов. Здесь 5 диглов у Virtus.pro. Жесть. Ну, могли намного лучше, да, учитывая 7-0 за атаку или 6-0. Ну, ну и так, неплохо. В принципе, надо, главное, выиграть пистолет, наверное. И дальше все получится у Virtus.pro. Ну, а датчане так просто не сдадутся. Это немезиды команды Natus Winsor. Ребята, которые в последних двух матчах выигрывали у Na'Vi. Ну, посмотрим. Ну а сейчас Virtus.pro пока что выигрывает матч. 9-6. У нас смена сторон, друзья.
Сейчас будет где-то пауза минут на две. Я смотрю, вот пошел. О, Паша Скиф. Рубани рестарт вот нам. Пожалуйста. Сейчас нам рубанут рестарт. Видимо, наш главный судья там что-то решает вопрос какой-нибудь колоссальной важности. Так, 9-6 за ВП. Ну, смотрите, хороший вообще счет. Очень даже хороший. И, в принципе, знаете, ВП могут... Ну, им нужно побеждать в этом матче. Если они сейчас не выиграют, то, наверное, все. Можно даже в топ-4 не попасть. Вот сегодня Кирчнет вот так вот нафейлились и не вышли из группы. И вот теперь уже... Ну, либо Virtus.pro, либо Annexis. Конечно, здесь просто USSR создали движение в этой группе. Ну и поломали планы всех топ-команд группы. Обыграли и Annexis, и Virtus.pro. Сейчас очень интересно, как Na'Vi играют с USSR. Там тоже может получиться очень яркий матч. Паш! Паш, ну сделай рестарт. Ну и тут. Спасибо. Вот он есть. Судья нашей мечты. Циклон, ты так не кричи громко, а то у меня что-то аж... Ух, мне страшно. Ну что, друзья, у нас дилей, ребят, сейчас начинается пистолетный раунд, у нас 90 секунд, мы будем смотреть за их разыгровкой, ну и после этого мы возобновим просмотр матча. Следующая игра, комментирую без информации, будет матч на сцене, Natus Vincere Virtus.pro. Обе команды будут слышать, комментировать буду без отставания 90 секунд, поэтому, ну, в принципе, понимаете, обычная ситуация для турниров. Да, очень интересная может быть вторая половина. Все-таки Annexis могут собраться сейчас за атакой. Им хватит пистолетного раунда, чтобы сделать счет 9-9. У них будет уже больше денег, чем у Virtus.pro. И там начнется бешеная рубилова за защиту. Поэтому, конечно, да, Virtus.pro сейчас будет собраться на пистолетах. Сейчас мы с вами увидим. Я, если честно, подглядываю за пистолетным раундом команды Virtus.pro. Все-таки вы, наверное, сами все услышите. Я-то не скажу, кто выиграл пистолетку, а вот... Так, вот у нас рестарт пошел как раз на игру. Ну, давайте смотреть. 9-6. Счет в пользу Virtus.pro. Все-таки Annexis каким-то чудесным образом смогли выиграть 6 раундов за атаку. Стабилизировали свою игру. И теперь немножечко уже в неприятной ситуации находится ВП. Ну давайте смотреть. Давайте смотреть, как здесь играется пистолетный раунд. Эйвил стоит один пока что на банане. Но Майс не уходит. Все равно далековато. Нет, все-таки сейчас уходит в респаун. Видимо, что будет хелпующим. Лекс 5, Хуч 7, Кибакин ковры. Ну, походу, везде позакрывали голову, да? Вот... Тут закрыта голова, тут не закрыта, кстати, голова. Можно так Кибакину получить сейчас смачно. Тут закрыта вроде бы голова. Да, ну так тоже наполовину. Эвил дает минус на банане. Ну давайте смотреть, как там будет. Майс уходит. Прыгнула ХЛТВ резко. И сейчас будет смотреть, банан нужно. Суета. 4 в 4. На Б-плант у нас идет аркада. Нуги идет в спину. Ну смотрим, зашли на точку датчанин. Все с респауна будут идти в Virtus.pro, и им в спину идет Нуги. Червь, такой опасный игрок, который может всех порешать. Лек дал фраг в большинстве Virtus.pro, ненадолго, минус от Зи. Нуги уже, да-да-да, видимо он решит этот раунд. Минус от Нуги в спину, минус Кибакин, все, минус 2 от Зи. Хуч 1 в 3. Ну, смотрим за Митей. Да, тяжело ему, его тут со всех сторон просто обложили. Да, минус от Нуги в спину, он делает второй фраг. 9-7. Бомба, ну, как бы бомба, неважно. Выиграли раунд Annexis. И теперь уже, ну, скорее всего, два эко-раунда будет здесь играть Virtus.pro. И это 9-9. Вот так вот. И с побоищем матч превращается очень напряженный. И сейчас нас ожидают, вот после этих двух сливов, 12, наверное, жестких раундов. Ну, может быть, и меньше.
Ребята, сыграли Na'Vi и USSR? Судьи, подскажите мне кто-нибудь. А счет? 16-4. Да. Na'Vi не прощают сегодня. Ну что ж, уже вторая победа в группе для Natus Vincer. Следующий матч у Na'Vi будет против команды Virtus.pro. А последний у Na'Vi... А Nexus. Ну вот нам, в принципе, можем и остаться на этой группе и смотреть и Nexus, и Na'Vi Virtus.pro, и потом можем посмотреть и Na'Vi Nexus. Я думаю, тоже будет довольно интересно. Ну, в чем соль этого матча? В том, что... Ну, ладно. В том, что нужно взять реванш, это раз, а во-вторых, сейчас посмотрим, как доиграют Virtus.pro. Тут все спокойно. Занимают бету, заходят, всех обстреливают спину, пытаются вот хоть один девайс-то отбить. Ребята из Virtus.pro, но забрать не получается. Да, у Лехи 2 хп, 300 баксов никому не даст, уходит. Все, он просто прячется, чтобы его не убили. Нет. Такой маневр был, чтобы подловить игрока, который, если что, его поджимал там в мидл, да, и который бы ломанулся и забил бы на чек лево. Ну, сейчас увидим. Вообще, что сдают вообще Nexus? Они сидят четвером и боятся Лекса. Просто в респе. Да, Лекс ошибся дверью. 9-8. И я думаю, все-таки еще один эко стоит сыграть сейчас Virtus.pro. Ну а дальше начнется самое интересное. Вот после этого раунда. О! Сейчас на снапе выход, поджим ковров, минус 2, жмет хорошо, третий вылетает, ушел, снапе за угол и четко играет. Изи его прикрыл, Эвил в центре, ставит хедшот, но не добивает соперника. 9-9, у нас ничья в матче. Сравняли Nexus, несмотря на ужасное начало, смогли сравнять счет в этой игре. И вот теперь 12 раундов жестим во второй половине. Так, ну как будет играть Virtus.pro? Давайте смотреть, что у них будет сейчас по девайсам. Ну, на самом-то деле, минимум 7 раундов, максимум 12 мы можем посмотреть. Сейчас, конечно, кто-то может 7 подряд выиграть и закончить матч. Есть АВП Эвил. Есть АВП у Лекса. Ух ты, 2 АВП в первом же раунде. Ой-ой-ой. Давайте смотреть. АВП у Лекса. Он на пятерке. Эвил за тремя. И Майс уходит четвертым в точку. В принципе, ну, смотрим. Датчане вот тут что-то перед Б собираются делать. Да, я смотрю, сейчас будет через будет профлешивать и отжимать АВП. Смотрите, сейчас будет очень интересный. Вот флеш через верх. Эвил просто уходит слепой, получает вторую. Да, ушел. Ушел спокойно. И полетели на него аркада. Пошла, он дает хае. АВП в дым не попадает. Рандом не залетает. Все в плен зашли. И... ух ты. Ни одного минуса не было в матче, но датчане нашли лазейку. И бомба стоит. Все живы. Бомба стоит на Б. Что будем делать? Virtus.pro вот сейчас, по-моему, еще решают, что им делать вообще. Хучки, Бакин остаются на плей. Никуда не идут. Никуда не идут Virtus.pro. Будут оставлять за собой оружие. Не хотят они рисковать в этой игре, потому что если они бы сейчас ломанулись, да, дали девайсы, пришлось бы еще один эко играть. Поэтому пытаются просто немножечко подломать экономику соперников. Вот выбивают девайс. Хотя пошли, посмотрите, как хорошо, но уже времени не хватает, поэтому... Я вот этого не понял все-таки. Зачем дальше-то ломанулись? Ну и в итоге Хуч с Лексом при оружии выбиты все девайсы с команды Nexus. Но Nexus-то выиграли раунд. И им-то пока что по карману-то не слишком жестко ударило. А вот что будет делать ВП вот сейчас? Мне очень интересно. Два оружия есть. Остальные будут ли сливать, либо рискнут? Нет, никакого риска. Это эко. Кто-то купил дигл, это Кибакин. Ну и... будут играть с тем, что есть. Это будет АВП, и Лексу придется играть агрессивно. Я уверен, он сейчас будет пытаться действовать очень агрессивно. Ну вот есть игрок, который прошивает сейчас трусов. Вот сейчас его Лекс пытается жахнуть. Ой, как занял. Ой, как страшно здесь. Мне бы было страшно.
А, Кибакин просто поджал рядышком, поэтому с диглом. Убивает Кибакина. Ой, как не попал. Вроде бы ж попал, так навелся идеально вроде Лекс, но, к сожалению, не попал. И уже в меньшинстве Virtus.pro. Уже в углу снайпи на коврах со стороны от контров сидит. Уже очень близко Берри, но это все равно фейк. Сейчас пойдут, идет Берри со снайпи, наверное. А потом пойдет Аркада Бен. Вот заняли банан. Так, есть инфа, банан пустой. Берри прыгает по мидлу, показывает, что я здесь. Прошивает 5, снайпи смещается в дом. Берри четвертым, Хуч сорвался с Б. Отдал точку, точка абсолютно пустая. Но вот Мити возвращается. И уже здесь дымы, все, он жмет. Есть, попал бэком, минус от снайпи. В это время он поймал Эвила из дома и пойдет в спину. 4 в 3 в большинстве сейчас команда соперников. Но Virtus.pro спешат. Вот Хуч полетел в плент, не дождался Майса и Лекса. Они знают, что еще их снайпи где-то в спину обходит. Нет, снайпи он мансуется и просто не дает далеко убегать сейчас Майсу с Лексом. А вот вся остальная команда Nexus сейчас пойдет вырубать ребят и забирать у них оружие. Ну там уже снайпи воюет, минус 1, минус 2. 11-9 счет в этом матче, 5-0 во второй половине в атаке за командой Nexus. Вот они вот так же успешно начали в сторону, как это сделали Virtus.pro. Но Virtus.am теперь надо собираться, так как это смогли сделать Nexus. 5 раундов до победы датской команды. Ну что, смотрите, с гранатами вышли на банан. Там, в принципе, защита также давала хаешки. Троих грызанули, 54, 67, 66. Но, в принципе, это не слишком страшно. Майс за углом, Эвил пытается хлоповать. По-моему, сейчас Майса прочекают. Смотрим. Майс выходит, дает минус один, минус Зи. Как раз слоу-моушен нам помогает в этом деле. Эвил в пленте. Покоцал немного снайпи, по-моему. Да, там сидит снайпи за ящиком. Майс минус снайпи, минус бэк. Майс отлично отыграл сейчас эпизод. Ой, ноги с Берри остаются вдвоем. Ну, как бы, вряд ли дотащат. Хотя всякое бывает. Берри в центре получает по голове. Ноги с АВП. 1 в 5. Идеально пока. Все, вот теперь действительно под 0 от Virtus.pro. 11-10 и пошел. Пошел первый раунд за защиту. Ну, как бы, надо еще несколько, желательно подряд сейчас Virtus.am. Хотя бы 1-12-11 выигрывает, так что деньги появились и чуть-чуть поспокойнее команде стало. Смотрим за продолжением. Ноги с АВП попадает. Лекс минус бэк. Здесь Хуч на поджиме. И сразу же прям хедшот. Прямо в голову и туда, куда нужно полетело. У Мити есть большинство. 4 в 3. За Virtus.pro. Ну и теперь уже ждем действий активных от атаки. Что они сейчас будут делать? АВП стали 2 плюс 2. Точнее, я бы сказал бы 2,5 на 1,5. Потому что Хуч будет хелпующим. Хотя даже нет. Он уходит третьим в точку. Эйл один. Стоит на чеке с ножом. Он просто с ножом чекает выходящих на банан. Он тут даже перестреливаться не будет. Ему просто нужно знать. А он срывается по инфе. Говорят, что заходит мидл. По-моему, все-таки услышали двоих. Ебакин жмет ковры. Хуч в пленте зажат. Ай-яй-яй, как же так, не дал минус Мити, но очень много дэмэджа нанес. 37 осталось УЗИ, минус от Кибакина, он на спину через дом обошел по коврам и еще второго забрал. Красавчик. Ну что, сравняли. Сравняли Virtus.pro счет 11-11. Но бомбу ставили датчане, поэтому у них, возможно, конечно, должны быть сейчас еще девайсы. Да, дают дропы, есть, раскидывают оружие. Но еще один оружейный. Как тяжело сейчас Virtus.pro. Три оружейных подряд нужно тащить, чтобы заставить сливать Nexus. И то, если они поставят бомбу, сейчас еще может быть еще одно оружие. Ну, смотрим, дымы на центр. Что делает ВП? Нет, 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 дали хаешку, покоцали ноги до 48 хелсов и, в принципе, все, отошли на позиции. 3 плюс 2, Майс с Эвилом на Б, Лекс на пятерочке с АВП, кстати.
Майс агрессивно играет, банан агрессивно ушел. Дымы помогали, дымы рассеиваются потихоньку, нужно уходить, да. И 4 банан сразу же на Майс, ломится, Майс уходит, Эвил хелпует. Ну, может быть, и Лекс ему еще поможет. Эвил под 90 уходит, Майс как принимает, хорошо, уходит за 3. Здесь, ой, как четко вышел Эвил, еще минус 2, отличный эпизод. И Снаппи остается один в начале банана, это 12-11 должно быть сейчас от Virtus.pro, либо Снаппи убьет пятерых, но это еще один мувик будет. Бомба в точке, там вся команда должна быть Virtus.pro, держать эту бомбу, и очень легко. Минус от Майса. 3 фрага от Майса, 2 от Эвила. И команда Virtus.pro выходит вперед, 12-11 в этом матче. Бомбу не дали поставить, ну вот все получилось наилучшим образом для Virtus.ов. И эко-раунд у Anexus, сейчас можно 13-й свободно забирать. Но, видимо, да, прочекали гранаты на центр, отошли, подождут у подъезда. Ну, не знаю, с глоками, с одним диглом. Видимо, сейчас какое-то совещание будет у команды Anexus. Они будут решать, что им делать в следующих раундах. Воспользуются эко, чтобы поговорить пока что о будущем. И о том, что делать дальше на оружии. Не, ну, конечно, попытаются как-то выиграть, но... Это должна быть какая-то уличная магия, чтобы выиграть такой раунд. Смотрим за... Давайте за Снаппи. У него один дигл, 4 дигла. Ну, как бы дигл такое оружие, что одна пуля, голова, минус. Вот если, конечно, его только вот, как говорится, разопрет, да. И вот потопали, показали, что аркада, вот тут нашумели, но не факт, что их слышал игрок. Не слышал их Майс. То есть развод не сработал. Вот Эвил сместился просто по таймингу на самом-то деле. Просто последние секунды. Уже атака должна идти. Минус от Лекса. На него идут. На него идут. И минус 2 от Лекса. Тут Эвил его прикроет. Минус от Эвила. Его забирает Снаппи из дигла. Как я и говорил, хедшот залепил. Но уже поздно. Уже все мертвы. Минус Берри. 13-11 за Virtus.pro. 3 раунда до победы российской команды. Ну, посмотрим. Сейчас оружие будет. Сейчас главное не слиться. Ну, друзья, после матча Virtus.pro Anexus у нас будет перерыв 10-минутный. И мы... Че минут 20? Никак? Ну, не знаю, мы просто пока... Мне говорят судьи, что за 10 могут не успеть. Там сейчас команда Na'Vi как раз настраивается на сцене. Ну, посмотрим. Ну что, пока что все хорошо складывается для Virtus.pro. Заубили ноги в большинстве. 4 в 5 играют сейчас датчане. Снаппи уже ползет по коврам. Он уже почти до точки дошел. Подсадка в дом. Сейчас. Вот куда идет? Сам идет Снаппи. Вот сам идет. Сейчас по шапке настреляют ему. Нет? Ой-ой-ой, как он... Это шара на самом деле, как он снял сейчас куча. Вот тут просто вот он дернул в сторону при зажиме и... Рандомно залетел с третьей пули хедшот. Да, Мите не повезло, а Снаппи, как оказалось, риск для него оправдан. Смотрите, что он выдает. Он сейчас должен был... Да, снял у Невилла, прыгнул к ХЛТВ. Минус от Бека, минус от Майса. 2 в 2 ситуация. Майс и Лекс. Минус от Майса, хорошо. А что тут? Кому там плохо? Эвилу. Но он уже мертв. Да, Зи 1 в 2. Бомба не на руках. Бомба где-то здесь валяется недалеко, я думаю. Ну, ой, сейчас все идеально. Тут должен Лекс поработать. Да, в спину. Там увидел какой-то вот зеленый пиксель и понял, что это моделька. Стрельнул туда, поставил минус. 2 раунда до победы Virtus.pro. 2 раунда. Что будут делать датчане? Снова бомбы не было. Как собрались-то ВП во второй половине, молодцы. Потому что уже были мысли такие, что сейчас что-то может случиться. А именно Anexus могли выиграть карту. Был у них такой шанс. Но шанс остается у них до сих пор по сей момент. Поэтому тут ни на секунду нельзя ВП расслабляться. Минус от Кибакина. И сразу же его разменял Бэк. 4 в 4. Лекс переходит на ковры. Кстати, он без ВП с АКМом в эти последние раунды играет.
Ну, смотрим, Майс один на банане. Нуги смотрит банан. Тоже не будет туда пока что ходить. Вот просто не подпускает на поджим. Близко проверяет углы. И все со своей команды на аплент. А там бедный Лекс. Ой-ой-ой, он в доме и получил с ковров. Его зажали с двух сторон, из центра и с ковров. Как-то он там... Я не знаю, как он туда прополз, но... Его зажали. Минус от Берри. В планте. 4 против... Ой, все, здесь уже все. Майс спину попытался минуснуть. Ну что, может он Эвила включит? 1-2. Вперед, 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 вперед. Майс, давай, давай. Мочи как Эвил, как говорится. Ну, смотрим. Есть минус. А, вот ситуация 1-1. Берри. Берри был сильнее. 14-12. И деньги у Виртусов есть. Отыгрывают один раунд Анексис. Очень напряженная игра, кстати, между командами. Плотно идут. 2 раунда до победы Virtus.pro. 4 раунда до победы Анексис. И всего тут 5 раундов осталось играть. Да, вот по крикам все-таки слышно, что происходит. Давайте смотреть, 2 ОП появляется у защиты. Эвил, сразу же хедшот на банане. Как не попал, должен же, вроде навелся хорошо, должен был 2 фрага давать. Вот он сам, ну не знаю, в 19 случаев из 20 бы не промахнулся. Вот это как раз вот тот один случай, когда просто не попало. Минус от Снапи. 3 в 4, в меньшинстве ВП, плюс у Лекса сейчас ВП. Майс выходит, Майс выходит. Минус 2 в 4, вот это да, не... Минус от Хуча, минус от Лекса одновременно на двух точках. И 2 в 2. Ситуация 2 в 4. Играли Лекс и Хуч. И посмотрите, как исправились. Митя побежал помогать Лексу, но... Как бы там контролится позиция. И Лекс говорит, что у меня пока что тихо. Иди смотри на аплент. На Лекса идут. На Лекса. Опа! Вот медленно это очень удобно, когда выходит на ВП. Минус Нуги. И уже Берри остается один. Вот Лекс не понимает, успел ли Берри пройти или нет. Вот теперь уже точно понял, что... Не успел. Берри снимает Лекса, и Митя играет раунд 1 на 1. По 100 хилсов у Берри и Хуча. Ну, давайте смотреть за продолжением этого раунда. Что, 1 на 1 ситуация. Митя мансуется лево-право, право-лево, прошил 90 на 100. И хороший хедшот от Хуча, не попал просто в него Берри. 15-12. И 3 матчпоинта у Virtus.pro. А Nexus нужно брать 3 из 3. И чтобы сыграть ничью. Просто 3 из 3. И очень важно выиграть в этом матче, потому что я честно могу повториться, что это скорее всего это игра за третье место группы. И как бы можно пройти. Ну, за второе, третье. Там еще непонятно, что там будет у USR. Ну, хотя USR выиграли и у тех, поэтому как бы их, наверное, не обойдут уже. Смотрите, аркада. Аркада от Виртусов. Сплитбай у команды Анексис. Ну, хотя не очень такой уж и сплит. Тут 3 калаша, 2 дигла. Майс с угла, минус 2. Минус от Берри. Неужели 5 в 3 отдадут? Не может быть. Ну, не 5 в 3, 4 в 3, да. Майс дал 2 минуса, его разменяли. То есть нельзя посчитать эту ситуацию 5 в 3. На долю секунды, конечно, она была, но... Майс там разменивался. Ну что, давайте за Мити посмотрим. Или за Снапи. За Снапи, видите, как оказалось. Лучше было смотреть. Минус Хуч. Здесь Эвил есть. Он с ВП. О, его идут загонять. Он попал. Хорошо. 2 в 3. Берри и Нуги, 31 и 26 хп против троих. 31 и 26. Вот это да. А Нуги просто минус 3 делает. Вот это жесть. И 15-13. Конечно, ну, это фейл. Это шанс для Анексис. Просто гениальный шанс. Это вот сейчас то, что сделал Нуги, это я даже не знаю, как это описать, потому что команда еще может сыграть ничью и там как-то по разнице раундов обойти Virtus.pro. Ну, как бы давайте наблюдать, что будет дальше. Закончились деньги у ВВП. Ого. Здесь диглы. 3 дигла, 2 успа. Ой-ё. Обещает нам это счет 15-14. И Бакин как хорошо начал. Дальше бэк сразу разменял. 4 в 4. Хуч мидли. Трое ковры. Сейчас Анексис сыграют. Лексис прочекает ковры.
Ой-ой-ой, съел хаешку, 31 у него остается. Ну а Майс поджимает спину, вот его интересно, Нуги слышал или нет? Нуги стоит пока что боком. На тебе, ну. На тебе Нуги, ну а дальше Снаппи не просто не залетело. Хотя мог поставить хедшотом, Снаппи особо не мансовался, он с места расстреливал. 3 в 3. Минус от Зи, поймали Лекса. Эвил с Хучом остаются вдвоем, по-прежнему без оружия. Эвил на Б, Хуч на коврах на Атпленте. Ну и, в принципе, слышит Хуч, как забегают сейчас семерку. Выходит, получает. Эвил один. Ну, он поджимает банан, будет обходить через мидл. Бомбу поставили. Анексис. Ну что ж, смотрим, что будет дальше. Эвил погибает. Зи ставит хедшот. 15-14. Смотрим последний раунд этого матча. И вот теперь, да, вспоминаем, что сделал Нуги в ситуации 3 в 2. 31, 28 хелс было у двоих игроков на точке. 31 и 28. Ну что ж, следим за продолжением в этом матче. Трое банан у команды Анексис. 3-2. Играет ВП. Хуч с Фамосом. 4 кольта. И 2 Дэна на коврах. Смотрим. Ну, показался дальчанин. Ушел Нуги. Поэтому в это время взорвали Эвила. Аркада на Майса. Минус один, второго докоцал, но не добил. Ой-ой-ой, прошивают хедшотом. 4 в 3 в большинстве Анексис. Ну, по-моему, это... Ой-ой-ой, это может быть ничья. Смотрим за Хучом, смотрим за Лексом и Хибакином. Что делает Хуч в дым? Просто врывается под флешки. Минус Хуч, Лекс с Хибакином вдвоем. Лекс вообще далеко. 2 в 4. Хибакин ждет Лекса сейчас. Да, ситуация провальна. Ситуация провальная, конечно. Флешку давали. И пошел врыв. Смотрим, Хибакин. Минус. А от второго увел прицел. Там второй за тремя. Есть минус от Лекса. 2 в 2. Лекс один остается. И мало очень времени сейчас у Колесника. Он дал минус. 1 на 1 Лекс. Все. Нет, по-моему, не успевает. Жмет. Минус от Снаппи. 15-15. Да, Лекс попытался взять раунд, но его не получилось. И ничья. Ничья, которую вырывает команда из Дании. Ну что ж, 15-15. У нас перерыв. Следующая игра, матч на сцене, Natus Windsor против Virtus.pro, игра